самый любимый всеми мужчинами праздник. День весны, день красоты, день любви. Поэтому я поздравляю всех наших севастопольских женщин, всех самых наших замечательных, любимых, добрых мам, бабушек, сестер. Вот всех с праздником. Желаю, чтобы в этот день были вместе с самыми своими лучшими мужчинами, которые должны сделать в этот день для вас праздник. И не только в этот день, но и в течение всего предстоящего года. Поэтому счастья, любви, весны. Милые женщины, знаете, стою ослепленный на этой сцене вашей красотой, вашей теплотой. Мне просто так приятно сегодня быть в этом зале с вами. И что хочется сказать, каждая из вас, как и Севастополь, достойна поклонения. Сегодня и завтра очень много слов будет сказано, прежде всего, конечно, вашими любимыми мужчинами, отцами, мужьями, сыновьями, коллегами по работе. Но сегодня позвольте мне от имени всех мужчин Севастополя еще раз вас поздравить с самым замечательным праздником. Праздником весны, праздником любви. И вы знаете, наш президент Владимир Владимирович Путин как-то по поводу праздника 8 марта очень хорошо сказал, что все наши мужчины очень хотят, чтобы женщины были украшением нашей жизни. Но они должны не забывать, что чтобы быть украшением нашей жизни, мы должны очень много потрудиться. Поэтому я эту фразу запомню. И для себя я беру на вооружение. Ну и закончить сегодняшнее поздравление хочу словами великого поэта Константина Бальмонта. Я, правда, волнуюсь, если собьюсь, прошу вас извините, но я, тем не менее, хотел бы эти слова обязательно сегодня с этой сцены произнести. Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина с нами, когда мы сражаемся. Женщина — радость открывшихся глаз. Первая — наша влюбленность и счастье. В лучшем стремлении — первый привет. В битве за право огонь соучастия. Женщина – музыка. Женщина – свет. С праздником, любимый. Спасибо, Николай Владимирович.